по результату проведения оперативно-розыскных мероприятий у ФСБ России по Саратовской области выявлена противоправная деятельность участников организованной преступной группы, специализирующихся на незаконном производстве и сбытии немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере на территории города Саратова. В рамках совместных с ГУ МВД России по Саратовской области мероприятий незаконная деятельность участников ОПГ пресечена. На основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК России. В настоящий момент совместно с ГУ МВД России по Саратовской области проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление всех лиц, принимавших участие в преступной деятельности.